Кукольный фестиваль прошел на базе Центра развития детей «Истина» в Кубинке-10. Одинцовские единороссы посетили мероприятие в рамках реализации регионального проекта «Крепкая семья» и местного «Военные городки». Также партийцы провели встречу с коллективом центра, пообщались с руководством и зафиксировали основные пожелания по приведению здания Дома офицеров, где сейчас базируется учреждение, в нормативное состояние.